Список претендентов на попадание в состав сборной Брянска для участия в региональном турнире громкими именами не изобилует. В данной возрастной категории, а в турнире участвовали спортсмены 1994-96 годов рождения, молодых перспективных борцов явно не хватает. Специалисты признаются, что за редким исключением уровень подготовки спортсменов в этой группе достаточно средний, хотя численность заявленных борцов не может не радовать организаторов. Всего у нас более 100 участников соревнований. Значит, у ребят 16 весовых категорий, у девчат 11. В основном здесь борются ребята, которые начинают бороться, но уже и есть ребята, у которых имеют спортивные разряды. Это кандидаты мастера спорта, первый разряд. Самой титулованной спортсменкой чемпионата в итоге стала 16-летняя Оксана Дусимбаева. За 6 с небольшим лет занятий вольной борьбой она уже заслужила не только признание на областном уровне, но и стала бронзовым призером первенства страны среди юниоров. Опыт выступления на более серьезных состязаниях позволяет юной спортсменке рассматривать соревновательную составляющую этого турнира с изрядной долей самоуверенности. На этих соревнованиях серьезных соперников нет, так как я выступаю уже на более высоком уровне. И я уверена в своей победе. В этом году к традиционным участникам соревнований по вольной борьбе, специализированным спортивным школам «Локомотив» и «Вымпел» прибавились и спортсмены из Дядькова. Правда, оказать достойное сопротивление представителям Брянска им в итоге так и не удалось. Общекомандную победу в чемпионате одержала команда спортивной школы «Локомотив». Железнодорожники в итоге и составят основу сборной города на первенстве Брянской области. Второе место за воспитанниками с дюш Советского района. Замкнули тройку призеров борцы спортшколы «Вымпел». Тем временем Федерация спортивной борьбы России в целях популяризации этого вида спорта в нашем регионе включила Брянск наряду с Московской областью и Бурятией в список претендентов на проведение чемпионата России по вольной борьбе, который должен пройти в июле будущего года. Дмитрий Кузнецов, Сергей Казанов. События Брянск.